Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это мастер-класс от мужской компании. И сегодня я хочу поговорить о своей обновке на этот сезон. Это Spinning Team Salma Tioga. Очень хорошая и удачная модель. Значит, длина его 2 метра 25 сантиметров. То есть это средняя длина. Он как бы не короткий, но и не длинный, как там модель, допустим, 2.37. Что удобно и хорошо вот для таких рыбалок, особенно по береговой линии, как мы сегодня ходим по реке. Скажу честно, я второй раз уже использую этот спиннинг. Сегодня у нас рыбалка удалась, мы сняли программу, а до этого мы ходили, нам не погода, дожди не дали снять, но я все-таки его покидал и почувствовал, как он работает, и почувствовал его в руку. Длина его 2 метра 25 сантиметров. Тест, вот что самое интересное. Его тест 1,5 грамма и 12 грамм. Казалось бы, 1,5 грамма это ультралайт, а 12 грамм это уже как бы лайт. И тут сразу возникают сомнения, а не обманывает ли нас производитель? Я могу вас заверить и скажу честно, не обманывает. Я кидал этим спиннингом приманки до 15. Ну, перегруз есть, но 12 отрабатывает просто на ура. Все очень хорошо. Спиннинг очень чувствительный. Именно такой жесткий. У него, кстати, вершинка используется табулар тип. Это не та вершинка, которая солид тип. Это чувствительная вершинка. Отрабатывает он. Создавался он для рывковых таких проводок. Это вот для твичинга, для воблеров. За эти две рыбалки я попробовал. Твичит он очень хорошо. Кидает воблеры там 6, 7, 8 грамм, даже глубоководные. То есть очень хорошо отрабатывает. Что самое интересное, сейчас здесь у меня джиг-головка 4 грамма. Просто изумительно работает. Все чувствуется, все передается в руку. Заметьте, какая ручка. Здесь даже есть просвет. Очень интересное оригинальное крепление. Пробка Eva. Не знаю, мне... За две рыбалки я уже просто влюбился в этот спиннинг. Ну и опять же хочу сказать, это серия Team Salma Tioga. Спиннинг, кстати, изготовлен из высокомодульного графита. 40T High Modulus Carbon. Кольца. Очень интересное кольца. Подождите, у меня даже осталась бумажка. Кольца здесь расставлены по новой концепции. Вот я показываю вам кольцо со вставками SIG. Это KR Concept Infinity Reality. Кольца Fuji. Вот такие колечки на таких вот ножках. Облегченные ножки. И кольцо не очень большое, но высоко поднятое. Бросает кидучесть у этого спиннинга очень феноменальная. Бросает он вот 4 грамма, он спокойно на 30 метров закидывает без проблем. Причем все чувствуется. Кстати, чего я придумываю, вот здесь вот все написано. Спецификация. Кстати, бросает от лески, вот здесь даже написано 4,8 ЛБ. Мы сегодня бросаем 6 ЛБ у нас леска. Зеленого цвета, Salma, плетеный шнур. Изумительная моделька спиннинга. За две рыбалки я его полностью опробовал. И что самое интересное, при такой длине этот спиннинг даже можно использовать в лодке. Но в лодке сейчас плавать нельзя, у нас нерестовый запрет. Поэтому мы ловим только с берега. И мы на него сегодня уже рыбу поймали. И довольно легко через камыши с ней справились. Это был мастер-класс от мужской компании. Мы с вами говорили о новом спиннинге, новой модели Team Salma Tioga. И мы его будем использовать этот весь сезон. В конце сезона мы еще раз вернемся к этому спиннингу и скажем свои отзывы. А пока подписывайтесь на наш канал, смотрите нас на YouTube. С вами был Егоров Вячеслав, и мы открывали спиннинговый сезон. Пока!